редко когда встретишь плохой футбол. На поле схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ту же схема 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Где редко когда встретишь плохой футбол. На поле схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ту же схема 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Где редко когда встретишь плохой футбол. На поле схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ту же схема 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Где редко когда встретишь плохой футбол. На поле схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ту же схема 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Где редко когда встретишь плохой футбол. На поле схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ту же схема 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Где редко когда встретишь плохой футбол. На поле схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ту же схема 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты. Где редко когда встретишь плохой футбол. На поле схема 4-5-1. Надеюсь, атакующие полузащитники не оставят центр форварда сегодня без голевых моментов. Ту же схема 4-5-1. Возможно, стоило усилить атаку. Может быть, но игру сегодня будет решать, скорее всего, линия полузащиты.
До того, как в 2006 году переехать на Эмирейтс, Арсенал сотню лет играл домашние матчи на Хайбере. После переезда владельцы клуба долго думали, что же делать со старым стадионом. И в конце концов сделали из него элитный жилой комплекс. Трибуны превратились в квартиры, а поле стадиона стало внутренним двориком. Игроки Арсенала разыгрывают мяч. Первый тайм начался. И посмотрим, какую игру сегодня нам покажут команды. Эль-Нени. Мяч у соперника. На чужой половине начал прессинговать соперник и заработал аут. Начо Монреаль. Нет, не дошел этот пас до адреса. Арсенал в атаке. И навес на ближнюю штангу. Сейф, но атака продолжается.